Ну, друзья, попал на... Это у нас Совкомбанк. Я все хотел в него вступить. Друзья. Ну, пока... Я в него хотел вступить, в Совкомбанк. Но здесь что-то здесь не очень активно они. Этот Совкомбанк был. Итак, друзья, нравится сразу все, легко купить с карты. Дела товарищи имеют к вам какое-то отношение? Да. Так, ага, достаточно. Теперь достаем одну бумажку. Так, точно читать не умеешь? Лиля, мы разыгрываем призы. Стой и жди меня, хорошо? Я тебе перезвоню сейчас. Заходить не надо никуда, понятно? В машине надо сидеть и ждать. Извините. Хорошо. Так, давайте. Что написано? Ах, читать она не умеет, да? Зуйкова Алия. Номер телефона 5053. Алия. Владимир. Владимир Владимирович, прошу вас, пожалуйста, от чистого сердца принимайте подарок. Мы несказанно рады, что именно вы стали его обладателем. Ну и что, будете в холодные вечера согреваться, а в горячие вечера охлаждаться. У меня такое есть. Уже. Есть, ну значит подарите другу, товарищу или соратнику. Спасибо. Давайте сфоткаемся для отчетности для моей. Давайте. Спасибо огромное. Сейчас вот так, чуть-чуть. Держите, все. Спасибо огромное, Владимир. Можно будет еще раз вас паспорт для тебя сфотографировать? Поздравляю вас. Так, ну что, и я же парень, это супер, комфортная, удобная, несомненно, радость женщине. Сейчас минуту, сейчас. Подарок мужчине.